Добрый день, дорогие друзья! С вами Виктория. Я рада вас приветствовать на своем канале. И, как всегда, я веду свои репортажи из Франции. И сегодня у нас с вами расклад карт «Магия жизни» на предстоящую неделю. Как всегда, я напомню, мы работаем с вами в одном и том же режиме. Вы, пожалуйста, выбирайте, загадывайте себе любое число от 1 до 3. Я пока в это время мешаю карты, тусую карты, и напоминаю, что пока вы загадываете себе число, задайте себе мысленно один вопрос, который звучит так: что мне нужно осознать сегодня, или что мне нужно осознать на этой неделе, в каком состоянии быть, чтобы жить еще лучше. И я сейчас вытаскиваю карту для тех, кто загадал цифру 1. И для тех, кто загадал цифру 1, у меня для вас выпадает карта. Вот я ее вытягиваю. У меня для вас выпадает вот такая карта. И на ней читаю, что на ней написано. Я успешно попадаю в правильное место, в правильное время, в правильное дело и с правильными людьми. Ребята, девушки, кто загадал цифру 1, это сегодня карта для вас. И вы знаете, карта очень интересная, с очень таким интересным глубоким смыслом. Вы видите, и на карте изображены и птицы, и часы, и люди в ожидании, и то, что написано на карте. Вот просто если вы будете в течение недели повторять то, что я вам прочла, карту, сфотографируйте ее себе, пожалуйста, и просто в течение недели это повторяйте, вы увидите, что в течение этой недели вам жизнь будет давать нужных вам людей, она вас будет направлять в правильное место, в правильное время, и вы будете попадать в правильные дела, которые необходимы для вас. Я желаю вам единички успехов. Сейчас я буду вынимать карту для тех, кто загадал цифру 2. Так, смотрим, что у нас сегодня для цифры 2. Вот у меня прям карты не хотят прятаться. Итак, для цифры 2 у нас выпала вот такая интересная карта. Смотрите, какой красивый парусник в море. Корабль идет, паруса раздувается, море... не сильная гладь, но и не буйное море, не шторм, а именно ветер, который позволяет этому паруснику двигаться. И на карте написано: чем больше я побеждаю, тем более я позволяю побеждать другим. Помните, что рядом с вами есть еще люди, которым тоже нужно давать шанс себя проявить. И следующая карта. Последняя карта на сегодня в раскладе – это карта для тех, кто загадал цифру 3. И для цифры 3 у нас сегодня выпадает вот такая карта. Ох, как я люблю эту карту. Не знаю, наверное, потому что я просто очень люблю лебедей. Мне кажется, это очень красивые птицы. Вам выпала такая замечательная карта, где два лебедя, вы видите, клювами так прижались друг к другу, что прямо их изгибы шеи создают форму сердца. И на этой карте написано: я нахожу гармонию в паре, осознавая наши разные потребности и устремления. Я разрешаю себе быть и любить. Вот троечки, сегодня эта карта для вас. С вами была Виктория. Кто не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки под видео, чтобы я понимала, интересно ли вам это или нет. На этом, мои дорогие, сегодняшний расклад окончен. Я желаю вам хорошей, плодотворной, легкой недели и увидимся в следующий понедельник. Всех обнимаю, всем пока!